Итогинен сайдам сахажана эхиги бужакускай бирини гарагот. Мин билигин залак территориятер калентурабан бу сир залогам дин. Ола бетер күл кеннигер дин эйдубиллагавит. Антон эсесихили бүгүнгү бириттен билекат бирини кадар бирге болун. Билигин залак территориятер исторический памятник бобут сүйбө биз же турар хас бидди же Олузбай историялак холобра бумин кеннивер Бардухович лаппыта тура мантандаганы атын желер баллар сихили краю юрететчи Виктор Борисович Борисов уна Александр Григорьевич Герасимов ка всех тарам дараваларын. Виктор Борисович, жа бастатан тура антон бу опсиянан залак историятын кылгыстык ка всех хатта. Воевода Фома Бибиков, который Буджугускай анал Укаганан Кимхан Нолу Сюхтаган Тахарбута, Яхтахаран, Курдук бу залог тен, тыл хадду искавите дирболлакка залогом ден, нучу тылайте хонукеннигар ден, холталах, эти билингите теплое озеро, эти Урис-Хоркота, Урис-Хоркота, Кеннангасир, эти барта залог тен бубута. Манна воллана баяр тар оғылырын, онна служилы джондар олықтау тара. Олейн онтан залог истории тағылынар. Тыңчалты хүс, хэтту он асылақты. Сеп, онтан бұл кәнюйте тұрар джетігінен кәпсейл болыққа? Онтан бұл Мордухович лапыта ден джетігі тұра бұд. Манна Мордухович тен еврей олықтауқ мағынеті. Буманна кини атылырыта, онна буманна чугас эргин кини олар бута. Осанан ите ивридер 1902 ики сангарттан манна сгылка келителевтер хүрнян Александр Третий хана. То яқына историяттан билдерінен ивридер утар Александр үхүс үшетки киндері үйрақтан әхенлері дейін доктор Качақтыр хокондыры тахар бұта, онында әлбәк сылқа ғытала бұттыра, олхаған әлбәк еврей кіл бұты манна. Эті Мордуховичтар, Кершенгольстар, Гольдманнар, эті атыттар бұры манны кәліндер, олхағаттан кәлін оқсуян массовайды кәлін оқсуян бұр бұттыра. Ачына бұл залық территория массовалық сұй бұттыра бұттыра? Там маннары бұл батақ әлбәхерге, күннен баран залық кәме оқылуыры бұл лапы, Мордухович лапы та еті барын ман олоқсы бүтін тұғылыр. Та революция кәнеттен әте мағығындары ең үксін национализация алауыттыра. Бұл олықтағы чағаны мағығындары, онында әте байдар дейлерін әте национализацияларын жоң ұтыңа тілеуіттіра. Онтан бұл мағығынды құнан кәрсей болаға қолабыра тұғы мағығындай қайдақ үйлеуіз бұлдар? Ата мағығындар хүрінден Олоджа хүрүн билди бастык хамы кихи туттар товардарын атылдылар эте. Туз, туох, чай, сахар, курдук куруппа эген. Виктор Борисович эдеп битин эпидин сетинен такка бу кендибер Мордухович оор жете бар. Онтон бу о кенеттен революция кенеттен бу жыйга даваны оор жете. Овоз туретин туна такка Эдде даван эхете бу коракел бахте барак келерете кини бубана полиция индиректе дор дорете. О бугар бубана дор дор жен эхете кини манна атахетнен ликире бурду коюшке. Эбете бубана асастачинен кирер. Онтон кенни кире улюсе кенниттен били квасы бурак деннер бурду коюш мантан барар. О кәнеттен кенен жеу қаты білді бәт, даван әнтерінен. Даван бұл бағана бұл жиға ауыз өрі ор бұты деққа хөп. Бұл жиы үш аңағардан бұты, коммуналқа көрдік. Бір квартира тегір бұл бағаны даван әжие орыр. Онтон атын екі квартира орық бағаны арас ғыбыр ора жүйттіра, нар көхе бара жабарды, нар ори жабарды, қайыттіра. Оны тұқты ғынан тек қағы бейік. Бұ жиға әлбіқ еннеке үшуінай фольклористтар, краеветтер орақ жүйіптер дек қашып, оны ол кені давана жиын меценат тіна тек қағы бейік. Әлбіқ кені орда жүйіпті бұ жиға. Бұ жиеттен бейінік көбі баққа Георгий Прокофьевич Башарин тұқтыр.
бианыс басага ун репрессивер хана бар дивели. Сюн захари барисе баскер бидин кенне биле. Иле егориш бидин курок кенттен. Она о репрессия тубе хемаре, кини бюджеттен Москва барар. Бу мен кенни бер Киршин Гольсу хайбата турар. Киршин Гольстин осынан 200 тааны така урут бихе ман 90 сыйга Польшаттан. Усельбах еврей көн кер бит бе суканан. Онтан бу Киршин Гольстун така кини бейте тухинчага сүсетте он онтаһы бака бастанья кеттер. Польша бар бастанья. Онтан о канеттен кини манна хахир сука бар. Бастан кини авара бесте кавар. Онтан бу кини ки курака көн келдер. Бу кини бе турар жага бу Курупская 5+, 5+4. Тугунан билдери. Кини манна хахир келен атыып бар. Она атыып бар. О канеттен кини өссө биле бурдугу хитнан жарыктанар. Биле о сенен манна кабит евреди бары. Урбанитар дикка хабете билинги тугунан дикка. Она кини бу жага тухинчага сүз тогоонусу бакады бар. Онтон бу жага кини уова о сенен кини алтага багата. О алтага багата она үс оготок Польша төрүр, үс оготок баба манна хакайри төрүр. О быстрагар бабаны ким тугунан дикка хаб. Григорий Киршин Гольсун дейік қойып. Кені оуы. О, кені оуы бұбаны қобыр бүджеттен бүджеға бар бұда. Оның кені Польша түрен бұрын, кені мәнні бұ сұғыға көйін бұрын. Оның ағатын күттік, жоның күттік әлір, Аббара бәстіяқтан. Оның ағыс сағар бұбаны армия призіптінір. Оғы күнін бұрын кені анара Польшаға көдділдер. Оның хуақ бұған кені розыскі білдірілдер. Оғы розыскі білдір біттірін кені кинин тутана бар бюджеттен. Оны бу хакаһириттен Польшага таһатып бар хууспага. Оны кини үстү күрүр. О армия бар бар. О үстү күрүр, үстү кабы бар. Онтон битегер манна келбитин кенне манна бар бу босенен музавака элбакки хорор то бу евридер мен бактырды. О евридер бу бана бары көмөлөндөр түйетме хак хокуга комия бар үн көмөнөн. О кини армиятын күрөтөр. О кентин күрүр. Она осенен токойдан көрдөк бу революциянын осенен барда атыгыттар желерете. Ачана бу манна кини төр алар буту. Хыжандар мен акта калады да, огото оглор бу калакты. Революциянын эле кыйап. Революция кенттен бу же өксө барда токко көр. Биле общественный хопнуска. Биле эдде атыгыт болгон турбу биле атыгыттар желери барда туура коммуналка бар, туура боростомага хын бар. Атаны көрдөп болгон такара. Оттон манна бу жет хунан кафсир булаха кора улахан же булак ди. Улахан же. Бу бире көрөгөтүн көрдөк бире оорор жете, бире убана тох магына дек кой. Ону иккен таңга мандык туруп барата. Хин улахан хайба дек кой бу. Онтон бу кандива туру же убана өскөтүн бу эддеп битим көрдөк бу желе барта 19 сүйе бүтүтүгө фирбеси сагынты тутуп бутура. Бу же бабагана революция кенеттен онун нине бу оорор жети. Онтон кенеке бабагана бехансов бактан худурусун чилиши бондурур именно бу же. Онтон бу жети унун билдирин жана такка манна бастыкы саха серин верховный хебе президиум председателе Сидорова бар бута. Оно о кейти унун такка басынан туран кени чөчлөрдөн амбасы государственный деятель дейк кой. Хака эрегер. Оган билдилер. Кини биографиятына таккато судургу ажас жадангы оттан таккыбыт. Она бу бучугас чапаусы бар. О кини Карахаджан Чапаевтага үлөлү жүбүтө. Ого Карахаджан онта кени көрө билүсө кени тен кини арас тух профсоюзуна комсомольская үлөгө үлөбүтө. Она Сахаварттан бийдестери дек кой, Москва верне жибите. Хүлбө чөчүр багасы бакка. Ондан кини отчоорго бабаганы биле офсенен жактар роун үддете хатабыт бу хака эригер. Офсенен биле ондан маны үлөлүлөргө, ондан маны кытта бергер. Үрөктө хаңын ажас ухан үлөнү бүтө. Ондан кенеке бабагана кини
Эти фильбетюрбекасы бақы Москва аверинен баран, онтан кәнеке отутысы бар, гэти профсоюзны өлігілден, эти отутысетті бақы, кене, біле, овынене Центральный исполнительный комитет бұлады, Верховный бетінгене. Онтан отутысы бақы кене бұланы депутатынан табы бар, ол бұғыр бұланы, ол табы бұлдан кене кене Верховный президиум председателінен табы бар. Эти Ледерин кемегер бұланы арас, бейі республика өтер надавақ, вопросы тара дивиту вия Москва ковер Тимирсоу тутун, он там был вагана тибилинги варси были на два котни кини бастан турсу вот эти кое, овакан союзные тамга. Огнан баран бедку гасты ковер бута эти кое, тюден сети сахар уже бар бута олен. Оно ебитни сырс верховный ебитни депутаты те, отаханын химбир. Мы все понимаем, что это не просто дома, это исторические памятники, которые мы должны сохранить для наших потомков как культурную ценность, хранящую историю тех времен. И в этом направлении сейчас проводится очень много работ. Например, под руководством Якутского всероссийского общества охраны памятников истории и культуры была разработана концепция сохранения охранной зоны номер 2 под названием «Якутский деревянный залог». А рядом со мной находится председатель этого общества Руслан Васильевич Васильев. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для начала, вот какова ценность исторических памятников, которые находятся здесь, в залоге? На самом деле город Якутск был по-настоящему форпостом освоения северо-востока азиатского континента, да, и Русской Америки. Именно отсюда шли путешественники, да, землепроходцы и осваивали вот эту всю, знаешь, до Владивостока, до Камчатки, до Чукотки доходили, они вот отсюда формировались экспедиции. Поэтому очень важно сохранить ту часть истории тех времен. И что самое главное, обидно, что вот мы сегодня где находимся, это вот единственный кусочек, где сохранились старые дома. Да, вот. Потому что если даже возьмем, скажем, старый город, то, что вот в центре города у нас есть, это все новоделы. Да? К сожалению, вот именно тех старых домов там не сохранилось. Там только всего два объекта. А вот здесь еще есть та старина, к которой можно прикоснуться. Поэтому мы и об этом и обращались к общественности, к администрации города Якутска, в республиканские власти, чтобы сохранить эту часть нашей истории. И поэтому мы разработали концепцию сохранения именно этой исторической части, как Якутск деревянный залог. И вот самая главная задача именно сохранить аутентичные дома. Не строить новоделы, не наоборот сюда переносить какие-то дома, которым грозит физическая утеря. Это, скажем, вот у нас дом Валериана Васильева, да, вот там сейчас будет строительство. Значит, дом просто-напросто исчезнет. Вот спасая его, мы переносим на эту территорию. Или, скажем, с пригородов, с наших пригородов, с той же, скажем, Мархи, Смагана, там, да, там еще есть интересные дома, которые, в принципе, пропадают. Но это наша история. Если мы сюда перенесем, значит, вместо тех, как бы, уже современных таких объектов, да, построек, то, конечно, это будет здорово, когда любой человек, который интересуется историей, да, вот, это важно и для художников, и для архитекторов в будущем, чтобы они могли видеть, как строили, какая была архитектура по-настоящему, да, вот в те времена. Дух того времени. Конечно, конечно. Это потому что одно дело подойти к новоделу, да, просто-напросто от него ничего не, как бы нет никакой энергетики. А вот когда подходишь, скажем, вот к этими, да, это вот мы стоим на территории усадьбы Скрябиной, да, это вот у них доходный дом. И вот видишь, когда вот действительно это все ручная работа. Да, вот смотрите, какой ажур. И можно изучать. Это как раз основа для наших будущих архитекторов, чтобы они вот эти кусочки, фрагменты, да, архитектуры могли использовать в современном градостроительстве. И тогда у нашего города будет свое личное, такое лицо будет свое, да, у города свое лицо будет. Это очень важно. Еще в 2016 году мы разработали, вот, ну, обошли весь этот квартал, не только мы смотрели дома от старой Табаги до Магана, да, и вот, скажем, по каждому объекту, особенно вот этой старой части города Якутска, вот мы составляли такие паспорта, да, вот, скажем, про этот дом, дом Скрябина, да, вот, есть паспорт объекта, тут у него полностью история этого дома, да, вот, смотрите, да,
кто хозяева этого дома, подробно, да, вот история. Старые карты его, вот, вот смотрите, да, вот, вот его фотографии со всех сторон, даже тут обмерные, обмерные чертежи, сейчас покажу. Вот. То есть это именно идентифицирует его, да, как да, культурный да, памятник? Да, да, вот видите, прямо вот усадьба, она видна, вот она усадьба. А, вот она, вот да. Где мы стоим. Где да? Мы стоим, да. Вот он дом, да, это доходный дом Скрябина, вот жилой дом. Это вот у них амбар был, да. Потом, конечно, превратили в советское время в жилой дом, но это был амбар, ага. Хозяйственная постройка. И вот, видите, вот полностью можно здесь посмотреть и понять, да, что же это за дом. И вот я бы хотел сказать, что на основе этой работы, да, городом Якутском был проведен всероссийский конкурс среди архитекторов на лучшую архитектурную концепцию. И вот победила компания, да, вот, победила компания Рождественская. И вот этот, сейчас вот в руках у меня вот этот их архитектурная концепция, которая сделана на основе наших работ. Да, вот. Вот смотрите. Да, она победитель. Сейчас это мы начинаем реализовывать. Вот смотрите, каждый дом, вот как это должно быть. Да, вот, допустим, примерно интерьер дома внутри. Да, внутри. Примерно они предлагают, как это может быть. Да, вот, скажем, это вот Ярославского 45, наш дом знаменитый. Да? Как квартал должен выглядеть, допустим. Вот какие-то общественные пространства здесь, да, вот. В общем-то, подробная концепция такая архитектурная есть. Да, вот. Теперь начинаем над этим работать, да, воплощать в жизнь. И чтобы воплотить вот, этот как бы, документ в жизнь, да, у нас на этой территории, скажем, вот дом Чапалова 4, это объект культурного наследия. И, скажем, на Чапалова 5, тоже объект культурного наследия, возле которых есть защитные зоны 100-метровые. И там нельзя строить капитальное строительство, ну, есть как бы запрещать. Если, скажем, мы это дело не уберем, то возникнет ситуация, когда просто здесь строить будет нельзя. Ничего, ни воссоздавать, ничего там, да, вот такие вот. Поэтому разработан документ, это проект объединенной зоны охраны объектов, да, вот. И вся эта территория это охватывает, весь этот квартал. И вот как раз по этому документу, когда вот снимаются все защитные зоны, и разработан градостроительный регламент, по которому как бы... как можно строить, что нельзя применять, какие материалы использовать, да, вот все это есть. И вот смотри, это буквально в августе вышел такой документ, да, и вот сейчас я вам покажу, здесь, вот она карта. Вот тут у нас вода попала. Вот видите, вот карта, зоны есть, да, вот, где можно строить, какой материал использовать и прочее там, да, вот. Допустим, посмотрим, вот, проще говоря, допустим, вот, зона номер... 2, скажем, да, или зона, вот, зона номер 2. Вот видите, вот, допустим, запрещается использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки на объекты культурного наследия. Размещение рекламных, информационных конструкций, да, вот запрещается. Применение в отделке фасадов зданий асбестовых листов, железобетонных, композитных или иных панелей. Это значит, уже принято. Да, принято, это уже закон. Ну, значит, все. Можно здесь только строить из дерева, и никакой другой объект тут уже не будет построен. Поэтому вот сейчас разработаны такие регламенты, да, градостроительные. И, скажем, на основе всего этого документа уже имеется дорожная карта. Если до этого здесь в реализации проекта была задействована только администрация города Якутска, да, то сейчас подключаются и республиканские власти. Значит, все министерства задействованы в этом проекте, скажем. Задача властей, значит, республиканских, городских властей, провести здесь все коммуникации. Значит, это инженерные сети, дороги, да, все это должно сделано за счет республиканского и городского бюджетов. Да. А, скажем, уже эти объекты, тогда они станут интересны для инвесторов. Да, крупных инвесторов, средних инвесторов, которые могут уже входить, потому что коммуникации все будут проведены, дороги сделаны. Да, вот поэтому этот проект становится интересным для частного бизнеса, для предпринимателей. Залы территории Тигарбилингеттен олус тупсагай костюлях сидер бар болан хеллер, ховра бумин итчат сквергар кален турабын, бу сквер бар боларыгар мэр оннюга кыттыбыт хаманда инициатива лавыты бит, бумин кеннибер бу хаманда кыттылага Василий Ноев турар дараболарын. Василий, бахаста кэпсэра бу мэр оннюга бастатан туран хасыллаха кыттыбы кытты, уна хамандағы тұхны.
Беги его молодежно-деловая игра мэр 2020 тенге к этому опыт. И такие-то генча фильбала хавалар, сагры обда. Он беги его такой илахтар волот. Он команда вот эта желтая это, он на игнорен на арбитра. Он к этому этот он будучи бы такие скинах, они у него не амут кайлахтар был опыт. Он это был глава вот Евгений Николаевич, но это был идея от начальник, когда она была по пути программа гитне кюта индивида, Лухан поддержка уровня индивида, Лухан надо улана, он и кинетил на то, как на то мы дальше его и вот на халарам спекивит, халы хайнарам мы Сергеев, Симонов начал главный архитектор комитета. По автодорожный округ объединение поддержка лан, по пуми программа, как там мы, или легами, там я так кайнул, потом на эту программу, она ломит, бо тока, то лоха киллер девять тех лап. Бо он юга хастана, это аптагата, она холовор, гире там нам бо корот, тугун хайнерига, тупсарига, генеда, холовор бо сквердер, до того, до чего бен тога дея киллера, гена, но лоха манника. То рамка дехода, ну когда холовор, ну бедре, это для любой идеи не те, как она была на беге, бо это сквер дар, сквер молодежи день хохтемит, это речет мустерера хохтем, она мут бегает, она вот на хаян, бо он как то иди киллером мит, бо то хтора то изюмин кала, бо тахте мит, бо он как арт объект такой да опыт, такой дам брам, вот он такой будет киллером брам, чем-то он дальше хайнеран ол тоха Аллаха киллер дивит, ага. Бо тох пут хамай туаден хау киха кини умаяр, бо она вот так, умай дагана бо улагана кыргы курдук бо ургуй дах, мантыкай бы киха умая умаяр, ничего бады кистер болар. Он хамай туаден бо, мантыкай бы, тюэти тюттен кардахуна атнатын ургуй дах, хамай тунна фишката дегахап. А тот идеятын булана бихаме дизайн нахпыт, Виктория Минаева ден. Кине бо офсайт тугун бартан там анак визуализация тен кумоне тутун проекта тутун кине хаявта биетон как команда мэр идея основном биене идея это дека палоха дабы плана бо манак дизайн тугер манак то хотер на хал хансы хмутсо баре ол команда хами анью тугаден халовор арас тохтан кигер арас специализация лах джон мустахира онон Альбах киги, он мустан бир хаманда, манну кучуй бай идеи ларта халар, кимера дихнинске өтті нүшой, кимера никча идеет нүшой, кимера нүг манну көтті. Ну, ол хаманда өтір, он бұ дизайн орор метон. Хоғата, та бұгар хам хоғыс тоқа бит, на бұрысы бозақ ұлы нұғыр бақы, но ол нүг бәбит ол дизайн күст бұл омыт еме кенін тәңгіл өлі әмет бұ кене туа дей қағы. Идея та. Көрүйттен манны, бі идея өтін, кене манны көрүйттен бұ оңырон тахар бұда. Он на тонте был тох автодорожный округ, на конкурс берлен, бир тон подрядчик был луда, Ефремов, Фанасий, ден, кини тон был харазо Лсабун ден, чуй бай так харазо хагалан, сразу брата беремет игар хонорон, бо тон тюмик тэдэ дехаб. Хас бир дики хи бир бо карадаволлар, Клады, но может быть, он давит там, но будет где-то еще, бега там и ол, коробут сайт, да, топ сатур, регар, это речатар, беги, или листах питина, беги, он не гиди, он это питина, то коробут сайт, да, то коробут сайт, да, то топ, а ну, коробут сайт, да, то родиха, он на беге, мет, он пьюски, мет, вола, хат, юбит. Сахалия говна, вы в Лиген Беги, выпускник Терсквер, дорогая Калентура, вы, Бусквер, идея, это он на Хановсенен, а Хавала Мутинкина, как всех это. Хахалин от Тосковатен, выпускник Терен, идея это волот, Бусквер, Бладин Бехаха, Бачалат Гатахсауттера, Сквер, тут ох, потом Багаравутен, Кинет Беледа, Олустим Сюляхтер, Тохтен. Программа поддержки местных инициатив, Кинет это Тенгенен, Катарга Санамупут. Сквер Ата Алгастах Артекен, Кенер дизайнер, дизайнер Иван Кичкин, он на Кыдана Игнатьева, Хака Ставутра, Бу Далаха Тохтен смысла Ханга Уктебил Оголот, Оскола Оголот Оголот Оголот
оғыл яғанында бітәдбік болынлар, үддік өрағыда бітәдбік болынлар кілдер, ханға үктебілге кирәлілер, олихен боллағына бұл маннык идеялақтыр. Бұл сквера ахалырғыр хәп. Онына қолауыда бұл пүсініктір кәлін манна масалы доқтырын хәп. Ол онына сир ана бұл пүт, рахая күрдіп, бұйыл бәвіт ағаяқ масалы тұвыт. Онына анасқа неделіға бұл пүсініктір тоқ капсула времени жодон сыллақ бұл пүсініктірге бәлірі оларына пүсініне слава ұтылыр. Ата бұл залық қыралан хайдан әрі сылайы хаңаттан хаңа ұлған жерлер тұтылған кереллер. Суол әме қыралан ұғылан ехер, әхил болағына сүрін суолыр улица Тимирязева, улица Дежнева ұғылықтақ. Ол Тимирязева ұғылса ұлған капитальны ремонтна мұтын кәнне, атын ұғылса әме маннық бата кіне тұтылған ехтақтыр. Бүгірді бүгін бейдейбетігер бейгеге қорапыт бір бай историялақ залық территориятын тұғынан сырдатты бұд. Бұ ұрқы историяны жағыджар олғынан баран бір өттінен анығы үйелі, анығы тәтімінен балысқандық сайдан егер территория болар. Манан бүгін бейдейбет түміктенер. Күн айы 11-ің арчастан бұжық ұсқа бейдейіні көрігітін ұмнуман. Көрсе қадері.